Аты-жөнүм Жакшылык Баякунов. Биз Бишкек мэриясынын атынан келдик. Мое имя Жакшылык Баякунов. Мы приехали сюда от имени мэрии Бишкека. Здесь мы проводим мастер-классы. Показываем гостям, как делаются национальные музыкальные инструменты. Сейчас мы знакомим туристов с кыргызской музыкой. Мои дяди – великие мастера, которые делают чопочор. Я пошел по их стопам. Я ходил, наблюдал и научился. Это на базар начинается, что кыргызын искусствосын таанытып. Меня зовут Касымов Аалы. Я приехал с Атбашинского района Нарынской области. Как вам известно, 3 года назад из-за нападения волков на людей разрешили убивать этих животных. Люди убивают и продают шкуру мне. Я сначала делаю рекламу, затем за 10-15 тысяч сумов покупаю шкуру волка. Вот так мы сами делаем такие сувениры. У нас, у кыргызов, есть разные традиции. К примеру, если дома хранить зуб волка, то хозяины будут защищены от сглаза. Кроме того, у меня покупают печень этого животного. Он лечит коров и других домашних животных от многих болезней. Также детей лечат селезенкой. Эти сувениры покупают в офис и домой.